Вонь, привет. Давайте, девчонки, просыпаемся. Все, закончились каникулы. Вонь, гулять? Сразу же гулять. Ой, давай быстрее, холодно. Все. Молодец. Холодно, да, на улице? Холодно. Холодно. Все, беги. Давай, бегу. Где Маргарита? Иди буди Маргариту. Давай, быстрее. Буди ее. Нет, она укрылась и дальше спит. Марго, вставай. Давай, давай. Не выспалась? Нет, я тоже. Она не знает, она спит. Ладно, все, девчонки. Поздравляю вас с первым днем школы. Первый день школы в этом году. Давайте, учитесь хорошо. У нас 2 недельки, и потом 2 недельки. 2 недельки, и опять 2 недельки каникул. Замечательно. Там... А, спорт ферриен, да? Иди умывай. Ты уже без рюкзака пошла в школу. Ученица. Успеешь. Все, выходим. Чанкла. Чанкла. Девчонки вернулись со школы. Как дела? Как первый день? Никто не болеет? Все пришли? Голова сегодня болела. Никто, наверное, не хотел дойти. Тем более, там одна девочка у нас на карантине. Одна на карантине? Одна, с вашего класса. Горячая? Сильно горячая? Дуть надо. Марго! Нельзя так. Я вижу, помните, Моника. Елочку когда будем убирать? Завтра. Почему завтра? Куда ты ложишься? Спать? Fire, trying not to bend my feet, I'm tired of fighting. Я такая сонная, я сейчас буду, наверное, где-то неделю адаптироваться к новому режиму. Представьте себе, мы прошлую неделю мы спали до обеда. И сейчас вставать в 7 часов утра, это очень тяжело. Я сейчас спать хочу, вот сейчас обед. Я тоже. И мне спать всего. Хочется. Мне прям в сон клонит. Тебя тоже? Угу. У меня голова болит. Ну, давайте поспим тогда. Ну что, ребят, мы сейчас пойдем в школу в обед. Ксюша сейчас будет физкультура. А у меня будет потом французский. Видим тебя после школы. Так, а я сейчас буду купать Бонни. О, кто-то пришел. Так, сидеть. Маргарита пришла. Ку-ку. Я как раз Боньку хотела купать. Знаешь, что она делала? Она что-то съела, может быть, ей что-то дали, у нее прям понос. Она целую там лужу навалила, и мне нужно купать ее, теперь она грязная вся. Ты меня ждешь? Молодец, будем купаться. Да, будем купаться? Че ты смотришь так? Все, сидеть. Будем сейчас тебя ловить. Не бойся. Все, скажи, я иду сушиться.
сушиться. Она сейчас на дворняжку какую-то похожа. Угу. Да? Да. На дворняжечку похожа. Совсем на другую собаку. Да, это не Бонни, это вообще песик, щеночек какой-то. Сейчас она немножечко сама просушится. А потом мы ее... Чуть не упала. А потом мы ее просушим. Подожди, подожди. Давай, давай сушись. Давай, сушись, сушись. Ну, как раз сейчас это. Потом повесить, высушить его, и все. Она сейчас сама тут вместо фена. Да, Бонни? Чистенькая, причесанная. И вкусно пахнущая. Довольничка. Все, свободно. Иди теперь. Иди, иди, иди. Так, мы уже съездили в магазин, закупились, а то у нас прям все. Дефицит всего был. Ни в школу даже нечего было взять. Смотри, я взяла вот такие вот хлебушки маленькие. Смотри. Так, ну и все. Сейчас давай будем все распаковывать. Так, то, что в морозильник, нужно сразу убрать в морозильник. Это до 9 числа. Мама, вот это вот сюда. Ягодки я положила. Так, что у нас здесь? Виноград, мандаринчики. Взяла маленькие вот такие и большие. Беру так. Колбаса. Это я всегда беру хурму. Я обожаю. Обожаю хурму. Один огуречек остался, они в холодильник положили. Нельзя было съесть? Один огуречек в баночке. Просто никто не хочет мыть. Мороженое папа взяла. Это у нас папа всегда такое мороженое берет. Так, вот мы по минимуму сегодня много особо не брала. У меня, в принципе, овощи есть. Я же помню, что ищу пакет. Еще один есть. Нет. Это хлебушек такой. Багет. Он уже готовый, его только в духовку там на несколько, на 5 минуточек буквально. Все, да, это в холодильник. Где? Точно, мы купили собаку. Привет, мы про тебя забыли. Привет, собака. Так, мы сейчас быстро Маргарите затылочек подстрижем. Да? Отросла уже? Хочешь отращивать? Не хочешь пока отращивать? Mm-hmm. Нет? Тебе так нравится? Может, сильно колется. Колется. А когда короткая, не колется? Нет. Uh-huh. Нужно сделать сначала хвостик, а то вдруг я тебе могу срезать все волосы. Больно? Очень. Что-то там запутались. Так, все, готово, мадам. Что ты смотришь? Что за фильм? Это не фильм. А что это? История? Да. Про кого? Мне нужно подготовить сумку для физкультуры. Угу. Моя сумка. Здесь у меня еще ботусы. Вот. Я их не буду доставать, потому что они мне нужны. Так. Сейчас штанишки нужны. Когда много одежды и не знаешь, что взять. Ну, она у меня помятая. Да ладно. Как так? Помятая. Надо погладить. Дезодорант еще нужен. Дезодорант обязательно. В душ там не ходишь? Да. Тоже? Не нужен. Полотенце? Не нужен. Иди чистое полотенце бери. Беру полотенце, чтобы после спорта в душ сходить. Потому что нам нужно. Нужно? Угу. Вас заставляют? Да. Сколько у вас на это минут? 10. 10 минут. Нам успеваете? Очень мало дают. Успеваете? Нет. Ксюша хочет эту клавиатуру, но ее не отправляют к нам. Амазон. Вот.
Одна? Да ладно, да 400 не знаю, долларов не может дорогие. Быть. Ну, короче, ты смотри, я не знаю, но за 400 это слишком много, Ксюша, 400 клавиатуру, извини меня. Все, ребятки, мы будем спать собираться. Давай, иди. Во сколько завтра? Тебе завтра рано? Да. Как ты не хочешь? Ты сегодня пошел и не капризничал? И завтра тоже пойдешь и не будешь капризничать, понял? Да. Ну, ты уже большой мальчик, ну что ты капризничаешь? Тебе уже 6 лет. Тебе на следующий год в школу. Ты в школу тоже будешь капризничать? А, Макс? У меня вот эти цветочки были красные. Кто помнит, помните? Я показывала как-то. Посмотрите, как цвет поменялся. Они были ярко-ярко красные. Что с ними случилось, я не пойму. Ну, они стали, они превращаются в зеленые. И вот эти вот были белые и превратились тоже в зеленые. Это вообще нормально? У кого такие цветы дома? Такие были красивые. Сейчас вообще прям... Обязательно выгулять перед сном. Она потом спать Маргарите не дает, да? А. Она начинает корябать, шкрябать. Да, моя хорошая? Пойдем. Давай быстренько делай свои дела. Ведь у нас ни снега, ни солнца, ничего. Какая-то зима у нас не зимняя. Давай я подержу. Ты раздетая, иди. Ой, какая-то у нас зима не зимняя, ребят. Что это такое? Снега нет, ничего нет. Давай. Гуляй, Бонни. Бонни, гулять. Маргоша, можешь забирать свою собаку в комнату. Давай, давай, давай. Место, 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 место. Место. Молодец. Ребят, всем спокойной ночи. И до завтра. Мы завтра будем снимать влог. Я тоже пойду спать. Мне нужно постелить кровать. Где твой Бэби Йода? Тут. Угу. А ты зубы чистила? Да. А пижама? Тут. Это не пижама. Тут. Из единорогов. Два единорога, два Бэби Йода. Все, давай, одеялко расправляй. Ладно. Время 12 часов, уже собралась спать. А у меня, оказывается, постельное белье не надето. Завтра придется делать новый маникюр. Вообще-то я сегодня хотела сделать новый дизайн, но вот, видите, такая вот причина еще появилась. Завтра обязательно сделаю. Жалко. Представьте, мне больно не было, слава богу, что он у меня не вот здесь вот под корень. Просто отлетел и все. Ребят, всем спокойной ночи, до завтра. Там уже Бонни ломится. Наверное, ее нужно выгулить. Пойду выгулю собаку и спать. Всем пока.